Дорогие друзья, всех с великим праздником, Днем Победы! Сегодня компания Marin Health поздравляет ветеранов войны и тружеников тыла с этим замечательным, великим праздником. Никто не забыт, и ничто ни в коем случае не забыто. Это лишь маленькое толика, что мы можем сделать для героев, для людей, которые подарили нам сегодня мирное небо. Мои деды, ваши деды воевали в этой страшной битве, в этой страшной войне. И, конечно же, мы хотим отдать дань уважения нашим ветеранам. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Бүгінгі таңда осындай бейбіт күнде өмір сүріп жатқанымызға, біздің ата-бабаларымызға мың алғыс. Осылай мереке қарсаңында компания Marin Health Group ата-бабаларымызға шағын сый және ақшалай сый-сияпатымыз бар. Әрқашан осындай күндерімізге алғыс білдіреміз. Соғыс ардагерлерін әрқашан құрметтейік, сыйлайық. Надеюсь, вы передадите подарки и, самое главное, наше большое уважение. Возьмите, пожалуйста, здесь тоже небольшие. Да, это от компании Marin Health. Мы желаем всего самого лучшего, здоровья вашей маме. Мы благодарим ее за тот труд, за то участие в этой страшной войне. Раненых спасала, да. Она медсестра, да? Она в военном госпитале. Пусть выздоравливает Мария Емельяновна. Спасибо. Вам огромный рахмет еще раз. Спасибо. С наступающим праздником. Спасибо, молодые все. Люди. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Здоровья. Вам тоже здоровья. Чтобы в семьях у вас все хорошо. Праздником вас наступающим поздравляем. Спасибо. Вот это вот подарок от компании Marin Health, небольшое денежное вознаграждение. Вот мы хотели сказать вам большой рахмет, большое уважение за ваш труд, за ваши подвиги, за то, что благодаря вам мы сейчас живем в мирном небе. И вообще мы должны каждый день вас поздравлять, не только в преддверии праздников. Мы постараемся исправиться, постараемся сделать так, чтобы ваш каждый день был счастливым. Вот он, красное знамя. Угу. Его за что дают? А? За что его дают? За подвиг. Подвиг, да? Угу. А самое дорогое. Праздником вас наступающим. Спасибо, вот, у нас есть небольшой подарок для вас. Возьмите, пожалуйста. Вот это мой по всему городу было, Александр Егорович. Я живу его именем. Я помню, он рассказывал историю одну, что когда они в лесу переели меда, да. И у них аж пот был сладким. Я помню эту историю, он мне рассказывал. Лет пять назад, наверное, это было. Здравствуйте, Виктор Карпович. Можно зайти? Здравствуйте, можно зайти. Поздравляем вас с наступающим праздником. Можно пожать вам руку? Спасибо. С праздником вас наступающим. Спасибо. С праздником. Вот, от нашей компании Marin Health мы хотели вот вам подарить. Небольшой у нас есть денежный подарок для вас. Спасибо. И вот такой поздоровье, чтобы вы не болели. Спасибо. Апа, сізге от компании Marin Health вот хотели подарить. У нас есть небольшой подарок для вас. Да. И вот этот конверт тоже вам. Құтты болсын. Сонда соғын басталғанда, мен добровольно 15 жасымды өзім соғысқа өткен. Бүгін біздің ардагерлерді осы мереке қарсаңында сыйлық таратып өттік. Сыйлық ретінде өзіміздің компаниямыздың өнімдері. Неге себебі бұл өмірде ең басты адамға керек заттардың бірі ол денсаулық. Ата-бабаларымыз ауырмасын деген ниетпен сол өнімдерді сыйға тарттық. Енді Алла шипасын беріп, пайдасы тисін. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Ешқашан ауырмаңыздар. Денсаулық ол зор байлық.